я такая хуйня. Видите вот эти штуки на везде, вот это белое, это снег. Привет, я снег. А это не снег, это Ренат, а мы в Вологде. Привет, я снег. Представься. Привет. Йоу, чуваки. В общем, тут прохладно довольно-таки. Тут пипец как прохладно. После теплой Москвы мы приехали и сразу на вокзале супер мощный снег на нас навалил, сугробы огромные посыпались с неба. В общем-то, холодно, да. Короче, нас очень добродушно приютил Дмитрий, один из организаторов этого гига. Вот, мы там поспали немножко, попили чайку и сейчас... За нами приехала машина, мы отправляемся вот в клуб. Вот она приехала, все, мы пошли чекать. На связи. Эй, привет всем. Мы, короче, приехали в клуб. Прикольное такое место. Вот тут все так внизу, в холле, заклеено всякими афишами. Пока еще ничего не работает. Вот, кстати, наша афиша. Колевала, Гродень. Ну вот. Ренатик. Там что-то делают с барабаном. Тут сейчас украшают зал. Готовят к хэллоуиновской вечеринке. О, прикольная песня. Ну, в общем, мы начинаем готовиться к чеку. Вот. Ждем всех. Ну, в общем-то, чек-то у нас закончился, например. Воевал. Убивал. До кого? А, да не, мы же должны были позвонить. Нет. Мы же кому могли позвонили. Алло. Воркуту позвонили, да? В общем-то, мы отчекались, тут опять снег, никуда он не исчез. Опять холодно, зима. Мы хотим супчика. Кстати, хочет супчика, Дима хочет тарелочку. Мне нужна тарелка. А я хочу в туалет. А я хочу еще свой телефон обратно взад. 30-го часа. Взад будет тебе. За насчет суп. Телефона не обещаю. Бугагаш. Ладно, мы пошли гулять, да, и кушать. Нам пожелали не получить по роже, пока мы гуляем. Ну, вообще-то... Тут сурово, видимо. Ну, если чё, это Паша, жёстче звучало. Ну да, ну мы же... Мне прям лень запикивать это все. Все, мы пошли. Чек прошел клево. Все клево. Чек десят. Пойдем чекать. Бар и ресторан. Поели и пошли гулять. И мы сейчас находимся на Кремлевской площади, да? Но мы немножко с нее отошли. Короче, мы были на Кремлевской площади, но Кремля там чего-то нет. Нам не объяснили пока. Чумазик. Вот. Мы гуляем, здесь офигеть как холодно. Но... Ну я бы не сказал, что офигеть как холодно. Офигеть как холодно. Ну, как холодно. Мне холодно как... Вот, тут очень клевые всякие здания стоят, старинные. Вот, все очень красиво, замечательно, вот за моей спиной можете видеть. Вот, но скоро мы немножко погуляем и скоро пойдем уже с клуба. Карман там, да. Фига себе, хардкор. Поддержим. А зачем ты нам себя показываешь? Вот. Смотрите, всем я Ренатик, вот это я. Смотрите, смотрите. Вот. Всем пока. Эй, привет! Ну что ж, вот мы в Москве. Тут ужаснейшая погода. Вчера был, в общем-то, крутой гиг. Было классно. Нас классно поддержали. Потусили потом с Колевалой. Вот. С организаторами. Попили пиваса. Вот. Сейчас нас забыли разбудить немножечко в поезде, поэтому собираясь в опухах. Не попили, не поели. Вот. Еще плюс этот Невский дождь. Даже не знаю, что лучше. Снег и гололед, который был в Вологде, или вот наш лучше лето, чувак. Московский.
Дождь, ну, в общем, всем большое спасибо за поездку, за концерт. Спасибо Серый Гизма за саппорт, который он нам оказал в этой поездке. Вот. Чувак, давай поедем с нами еще. В общем, через неделю ждем вас 3 числа на концерте в Рок-хаусе. Будем играть в Гарли Кингс и Алка Бастерс. Всем кокошники, пацаны, девчонки. Пока. Okay.